Привет, друзья. Слушайте, я наконец выспался и додумался, кому я должен следующую книгу написать. Своим правнукам. Максику и Хасайке. Почему? Потому что любой нормальный человек понимает, что плохого своим детям не пожелаешь. Ну, во-первых, я не знаю, о чем моим правнукам говорят их дедушки и бабушки, и мамы, и папы. Но мой ген у них есть, и поэтому я надеюсь меня услышать. Ну и во-вторых, я хочу написать о том, страх и боль. Как это преодолевать управлением. Я вообще хочу написать о том, как инстинктами управлять. Вот этими автоматизмами, которые выскакивают у нас в самый такой момент, когда не ждешь, особенно когда тебе угрожает какой-то момент опасности, риска. Ну, страх и боль – это же пики напряжения, это транс в первую очередь. И вот я хочу научить своих правнуков. А это дает мне ощущение такой гордости за исполняемый долг перед людьми и перед человечеством, потому что, ну, представляете, это же ведь важно и для артистов, и шахматистов, и министров, и таксистов, и перед экзаменами, и перед зачетами, и перед свиданиями, и после всяких неудач, чтобы снова подняться и не только идти, а и взлететь, почувствовать себя уверенными. Но это вообще очень важно, как использовать энергию пикового напряжения себе на пользу. Я вот придумал это и так горжусь собой сейчас, потому что у меня уже в голове появился план всего хода моих мыслей. Я теперь знаю, чем мне заниматься. Потому что я уже буду иметь в голове краски. Ну вот, рисуешь художник, однако. Буду иметь в голове вот Максика, Хасайку. Да, они маленькие. Ну, правнуки. Вы представляете? А я еще такой молодой, и они будут опираться на это, потому что, во-первых, будут знать, кто их был прадедушка. Это тоже точка опоры. И полезные, конкретные я буду им давать, как управлять стрессом. Потому что стресс – это транс. Как выходить из одного транса негативного, боль и страх, в позитивный поток – тоже транс. И что для этого нужен ноль. Нулевое состояние. И я их научу через эту книжку этому нулю. Они сейчас еще маленькие, но они же прочитают от меня самого и узнают, кто был их прадедушка. Я был первый специалист в стране по выведению детей и взрослых из острого стресса. И учил потом психологов, и учил спортсменов, и учил многих-многих людей, профессии я обучал, и писателей, и актеров, и режиссеров. Везде стресс, везде нужно его преодолевать. Поэтому, да, короче, я рад. И я думаю, вы тоже. И кусочек я дам на вебинаре, который вот сейчас будет. Да-да, приглашаю вас на вебинар, там будет новое что-то, чего вы раньше никогда не слышали в интернете и в книгах нигде не могли прочесть. До встречи.